месяц, а лучше всего год. Просто отдыхать, смотреть на ситуацию, изучать ее. Привет, друзья, меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. И сегодня у меня в гостях мой друг Салават, который сейчас с нами пообщается. Привет, Салават. Здравствуйте всем, салам алейкум. Всем алейкум привет. Ассаляху. Всем, да. Да. Друзья, сегодня я хотел бы задать те вопросы, которые вы часто задаете мне. Я вижу, что вас интересуют моменты проживания человека в Турции и все, что связано с бизнесом. Салават здесь уже больше 10 лет занимался бизнесом, занимается строительством, занимался фруктами, овощами. Впрочем, давайте все сейчас мы у него выясним, но уверен, будет много интересного для тех, кто задумывается о отдыхе и переезде в Турцию. Салават, скажи, пожалуйста, чем ты руководствовался, когда переехал в Турцию? Вот, почему именно Турция? Перебирал многие страны. Не только Турция была, но была Испания, была Чехия, были Дубаи. Ну, все-таки по менталитету, по культуре. Угу. Это первое, во-первых, это и самое главное, это отношения между людьми, которые здесь есть. Я думаю, ты тоже увидел их. Они теплые. Вот это, наверное, самое главное. А потом уже климат, потом вера. Человеческий фактор, ну, такие качества вот эти. Скажи, пожалуйста, вот ты, когда переехал сюда, ты был еще в России, ты сам из России. Да. Да? Ты в России был и бизнесменом успешным, и активным человеком. Вот чем ты занимался в плане бизнеса вот, в Турции, когда переехал? Значит, сам занимался тем, что обучался вообще, что здесь есть, язык, культура. Бизнес, как отношения строятся по поводу бизнеса, что и всем советую первое время никуда не входить, не заходить, просто хотя бы первые там, месяцы, а лучше всего год, просто отдыхать, смотреть на ситуацию, изучать ее. И все, вот это первые годы, наверное, были такими. Потом уже, естественно, я посмотрел по направлению, что мне близко. Вот, туризм – это дело очень непростое, сразу отбросил эту тему, вот и постепенно строительство с этого было начало. Ты вообще сам по профессии кто? Чем ты занимался в России? В России был охранный бизнес. То, что там было, здесь это никому не было нужно. Хотел узнать. Вообще это никого не интересовало, здесь с этим проблем никогда не было, так что люди, да, есть охранные фирмы, но это на тот момент нужно было иметь турецкое гражданство, вот, и я как бы эту тему тоже убрал. То есть, в принципе, ты совершенно с чистого листа начал здесь свою деятельность, ну вот, с новой профессии. Я правильно понимаю? Назар, приехал сюда вообще ни слова по-турецки, никого не знал. Вот откровенно говорю, вышел и пошел вот, прям с улицы. Первые отношения, знакомство, риэлтор, турецкий язык. И вот пошло с этого. Ну, вот давай тогда перенесемся уже в наше время. Вот, какие твои основные достижения, вот, которые вот за твои года пребывания в Турции вот, ты мог бы для себя и для моих зрителей сказать? Вот, скажи. Во-первых, ни родственников, ни там, не женился я тут ни на ком. То есть тут пришлось именно построить от с нуля именно и проживание, и бизнес. И все эти вопросы, как бы они были с нуля. То есть реально с чистого листа, как да, говорил, да. Так оно и есть. Да. Значит, с чего всем бы посоветовал, еще раз повторюсь, это первое терпение, Назар, это раз. Потом второе, это должна быть математика. Человек должен все равно просчитать свой план действий здесь. Будут психологические моменты такие, я думаю, и ты, может, с этим столкнулся. Зачем я приехал, деньги все проедаю. Хотя это на самом деле, этот человек, мне кажется, вкладывает эти деньги в себя. Вот. Ну, где-то год-полтора, наверное, вот это вот первое время. А потом уже после того, как язык, потому что надо понимать, о чем говоришь, о чем тебе говорят. И уже, я думаю, потихоньку можно выстраивать какую-то здесь, какую-то работу. В общем, так вот. Поэтому я не знаю, не могу сказать, там, я не специалист какой-то узкой области, там, где-то целенаправленно работать там, на фабрике, на заводе или гидом. В целом это был бизнес все. Ну смотри, поправлюсь, если я ошибаюсь, насколько я знаю о твоей деятельности, вот,
ты занимался здесь и строительством, и у тебя была компания Rent-A-Car, и ты занимался недвижимостью, и ты занимался перевозкой овощей и фруктов. Вот что основное было, или ты везде Нет, пробовал? это все, во-первых, в Турции. Здесь, я думаю, что вот как раз-таки изюминка того, кто сюда переезжает, это то, что мы можем заниматься здесь всем. Тут нет такого, да. Хотя, может быть, даже вот в этом у нас есть такой, так скажем, карт-бланш, да, что мы более, так скажем, посильнее в этом. Мы можем из одной области в другую перейти, так скажем. Нет обязательно, овощами занимаюсь и все. То есть тут же, если занимаешься этим направлением, ты также можешь продавать квартиру, также можешь сдавать автомобили, также можешь организацию трансфера сделать. То есть это все, так скажем, в таком объеме по чуть-чуть работает. Вот. Опять же, сейчас ввиду последних событий, опять же, мы скажем, что туризм это дело такое, и где-то что-то встает, где-то наоборот начинает шевелиться. Поэтому, как говорится, в разных корзинах вот так. Ну, что тебе принесло самый большой доход, скажем так? Но я опять же повторюсь, сейчас основное, как бы, более стабильное, во-первых, это апартаменты, апарты. Купили готовое здание, многоквартирный дом. На тот момент было, государство давало право переделку сделать. Переделали их в апартаменты. Сдаем. Естественно, которые люди приезжают, они кому-то нужно там где-то поесть, кому-то где-то нужно там машину снять. То есть тут же человек может сказать, я хочу и квартиру купить. То есть идет такой круговорот, понимаешь? И также по строительству, ну, построили дома, да, есть уже готовые дома, уже, так скажем, еще не проданные квартиры остались. Ну, вот так вот в этом направлении, которые свои не дохватают. Естественно, есть риэлторские фирмы, знакомые, застройщики. Алло, приезжают, людей забирают, показывают, и вот так работа идет. Ну, а все-таки по такому самому основному заработку, это овощи, фрукты или это строительство? Это строительство, естественно. Строительство Да, все-таки. это было строительство. Вот. Ну, сейчас немножко, опять же, чуть-чуть опять пристало. Вот основа была именно заработок со строительства. Давай тогда немножечко на эту тему поговорим, потому что есть своя специфика в Турции. Вот хотелось бы узнать, что тебе бросилось в глаза касательно ведения бизнеса там в России и в Турции. В чем основная разница? Ну, большие плюсы, что, во-первых, ты можешь заниматься практически многими направлениями, это раз. Никто тебе не придет, не будет ставить палки в колеса. То есть это как бы я не видел вот за эти годы, чтобы приходили кто-то там со стороны там или целенаправленно как-то тебе давили на тебя. То есть здесь Государство, нету бандитов, которые ну, бандитов я не видел, слава богу, тут как бы в этом плане все спокойно, это То есть однозначно. никаких Что касаемо, негласных налогов никто не вешает, вот ты должен платить деньги там. нет, такого нет. По поводу того, что государство, оно тоже не старается сильно давить, оно тоже дает шансы. Самое главное, оплачивайте налоги вовремя. Это очень важно, кстати, в Турции. Вот. И все будет в порядке. Вот. Поэтому каких-то таких внешних таких воздействий, факторов, что вот на тебя вот это такое, нет, все нормально. А в плане того, что минус, опять же, самый серьезный минус – это большая конкуренция. Ребята живые, ребята подвижные, активные. Открываешь кафешку, если я не открывал, я просто стал свидетелем. Тут же могут 5-10 кафе открыть, открываешь там мясную лавку, там то же самое. Очень интересно многих все, что связано с бизнесом. Слава, скажи, пожалуйста, вот в чем сейчас ты видишь наибольший интерес здесь в Турции в плане инвестирования? Вот если бы ты сейчас приехал, ты бы в какое бы направление пошел бы вкладывать свои деньги и зарабатывать? На сегодняшний момент я, наверное, думаю, что это если были бы такие деньги, то есть, естественно, сейчас есть очень важный, ну, доллар, так скажем, играет очень так на рынке, ну, что я думаю, заметил это тоже. Вот. Это, естественно, можно было также покупать недвижимость и также ее продавать. Потом это, я думаю, что если подойти с умом, это автомобильное направление неплохое.
То есть, ну, опять же, надо с головой сюда подходить. И очень важно вести отношения, выстраивать с местными людьми, кто здесь живет много лет. Я на самом деле, я вот сторонник с местными выстроить отношения. И они есть, они нормальные, не все они, как их говорят, там все нормальные есть, так скажем, и с ними вот именно с ними легче двигаться по бизнесу. Вот так вот. По направлению, опять же, там каждый в чем-то силен. Я не знаю, кто-то готов там овощами заниматься, там, если на том конце есть все нормально, в порядке, отправить отсюда и несложно. У тебя есть еще бизнес, связанный с рент-а-кар, то есть сдача машин в Ну, аренду, там, да, это как в бы аренду. есть фирмы, с кем есть свои машины, есть фирмы, с кем мы, Еще кого-то, да, да. мы, например, работаем официально, легально, мы звоним, они приезжают, оформляют все, то есть как бы рентокаровская тема работает. Вот насколько это выгодно и прибыльно? Ну, опять же, я говорю, если это иметь, например, так скажем, в одном месте, у тебя есть и точка продаж, опять же, у тебя точка есть договоренности с апартаментами, да, то есть ты проговорил, ты тут же сдаешь автомобили, потому что приезжает, первый вопрос, он скажет, где я поселюсь, это очень важно, кстати, самостоятельный вид отдыха, по последним причинам, я хочу сказать, по последним событиям, это важный фактор, я думаю, что он становится интересен, люди стараются уединяться, отдаляться от многолюдных мест, поселяться именно в апартаментах, где меньше людей. И второй вопрос, естественно, это самостоятельный вид отдыха. Это берется автомобиль, потому что надо куда-то поехать покушать, отдохнуть, попутешествовать. Это первый такой первый перечень, первый набор. Вот. Потом, естественно, человеку понравится, он уже говорит, все, мне нравится, можно ему предложить его, исходя из его бюджета, где можно здесь уже на постоянное. Ну, я не стал, Многие спрашивали, есть ли люди реальные, которые получили гражданство на основании покупки недвижимости. Вот, пожалуйста, Да, сова получила. у меня как была ситуация, объясняю тоже просто. Супруга получила, 5 лет прожила. Я ввиду того, что я много ездил туда-сюда по работе, у меня не было такого права, потому что выездов было много. А я получил уже через 3 года на основании своей супруги, как гражданин, как она, как гражданка Турции, я получил на основании ее. Вот, в общем, так вот. Все очень просто. Вот, кстати, по поводу супруги и семьи. Расскажи, пожалуйста, про свою семью. Насколько я знаю, у тебя достаточно большая семья. Вот расскажи, пожалуйста. Да, семья большая, все нормально, все в школах учатся, все спортом занимаются. Очень важно постараться им уделить массу внимания, потому что здесь, в любом случае, как бы то ни было, им придется быть более сильнее. Даже если того, что они здесь будут чисто говорить там на турецком, на этом все равно надо быть чуть посильнее. Потому что все-таки, ну, надо быть очень посильнее, в общем, и в спорте, и в знаниях, и, так скажем, коммуникабельность должна быть такая у них, естественно. И большой плюс, конечно, подспорье, что 2 языка ребенок знает. Огромный, серьезный плюс. Это, так скажем, местные очень, когда смотрят, ну, я знаю своих детей, спрашиваю, как это вот, круто говорить там на другом языке, одновременно на их, ну, на местном языке. Это, говорю, да, это нормально, это хорошо. Вот как вы думаете, сколько у этого человека детей? Вот немножечко вот подумайте. Да? 2, 3, 4, 5. Да, и пусть скажут разницу в возрасте. Да. Да, Вот. старшему и Ответь, пожалуйста. старше и младшему. Да, вот теперь скажи, просто сколько детей и какая разница в возрасте. Будем считать, что вы ответили. Просто проверьте себя. Ладно, надо, нет? Да. Говори, говори. Семеро. 7 детей. Да, старший 26, младшему 6, 7 месяцев. Машаллах, Да. вот, Машалла, машалла, да. машалла, барахлы. Очень важный аспект взаимодействия с окружающими. Вот есть ли у тебя здесь турецкие друзья и с кем ты вообще больше общаешься? Очень много с кем я общаюсь, именно с местными, с турками. Из друзей есть тоже ребята, которые именно здесь родились, с ними отношения. Но они, у них свой, опять же, это не надо их там строить, свою дружбу там, под их дружбу, да, то есть у них свое мнение по поводу дружбы, они по-своему понимают многие вещи, потому что, во-первых, фактор того, что влияло там на тебя, на меня,
ты понимаешь, да, факторы того, что влияло на них, это другая вообще была система у них воспитания, жизни там, жизни выживаемости, то есть это было чуть по-другому у них. У них более помягче, поэтому, да, отношения выстроены, есть товарищи, есть, так скажем, и друзья, как соседи, как там товарищи, там, как этот, они меня устраивают, поэтому я думаю, что в большей степени меня и зацепило здесь, чтобы я здесь хотел здесь жить. Так вот. И чтобы дети тоже так же здесь. То есть друзья есть? Да, конечно, конечно. Как здесь с турецкими друзьями обычно принято проводить время? Там, как мужики отдыхают в Турции? Ты понимаешь, это по-другому, нежели чем у нас. У нас выпивают, ходят в баню, нет. Там на рыбалку. Там выпить, на рыбалку, в баню. Ну, у меня таких друзей нет, с кем бы я выпил тут, поэтому только чай. С максимум, здесь встречаются, пьют чай, да. Обсуждают политику, там, тему, спорт. Все то же самое, только с местными, с которыми, но без спиртного точно. То есть то же самое, только без спиртного? Да, это вот, наверное, одна из... Хорошо, а вместо бань что? В хамам? Хамам, да. Ходят? Хамам, конечно. С друзьями? Да, хамам, тут же получается 360 дней в году, тут все, можно на улице спокойно чаевать. Пикники, я не знаю, тут. Да, всё. Погода здесь шикарная. Просто я пытаюсь, чтобы мои зрители могли понимать, как вообще тут проводят время в дружеской компании, если турки есть. Там, пикники, походы. Все, там возрастная категория какая, да, там тут очень много, на самом деле, они тоже активно проводят жизнь, в горы ходят, на, так скажем, горнолыжки у них тоже развиты, неплохо ребята катаются. Да, отлично, есть. Потом они неплохие и в морском направлении тоже, так скажем, у многих ребят, которых я знаю, там есть и яхта, и лодки. То есть вот все как обычно, вот так вот. То есть, в принципе, да, все то же самое, только больше возможностей из-за географического месторасположения и фактически исключен алкоголь. Ну, конечно, есть компании, где выпивают просто салават, глубоко верующие, не употребляют алкоголь. Слава богу, нет. Я с этим уже закрыл вопрос. Нет. Спортом занимаешься? Конечно, да. И тут нормально со спортивными площадками? Да тут, знаешь, тут вот большой плюс, вот, Назар, это те, кто сюда переезжает. Не надо смотреть в первую очередь там на бизнес, да, надо смотреть в первую очередь то, что как ты себя здесь сможешь потратить. Именно то, что ты еще не растратил свой потенциал, то есть здоровье также, да, там подправить именно тот же спорт, да, он получается, ну, ты же видишь, можно на улице выйти и просто побегать, походить, подышать морским воздухом, да. Поотжиматься. Вот. Ну, в общем, вот спортивное направление здесь как раз-таки для спортсменов, я думаю, особенно футболистам, одни из лучших полей, я считаю, здесь, которые я видел, я уж не могу сравнить там с европейскими полями, но тут хорошие поля для футбола. Так и есть, и больше того, здесь очень многие, даже европейские команды держат свои спортивные базы, и они приезжают сюда и тренируются. Вот буквально на прошлой неделе был в одном из отелей, и там очень много футболистов. Я выглядывал из окна, они там играют между собой. То есть реально тренировочные базы. Потом я поинтересовался. Тренировочные базы, причем они круглогодичные, здесь тренируются. Вот, в Анталийском регионе там очень много. Борцы хорошие, маленький теннис играют, с лука стреляют. Я сам с лука стреляю. Хорошо, так, именно по спорту этот. Опять же, они очень много сейчас государство вкладывает в спорт. И есть бесплатный, именно бесплатный, повторяюсь, я вот все-таки сторонник вот этого направления, где, понятно, может быть, качество уменьшается, да, хотя бы я бы не сказал, может быть, там здесь и профессиональные тренера. Вот. По спорту именно вот тут 10-тысячник есть именно все бесплатные направления. Вот у тебя сын чемпион Турции по какому-то восточному единоборству, да? По боям без правил. По боям без правил. Вот как вообще у него проходят тренировки и где? Это за твой счет или за счет государства? Нет, ММА это естественно за свой счет.
потому что это все-таки это не это вот дзюдо, да, дзюдо бесплатно, по дзюдо, по боксу дзюдо, это все бесплатно. Он сейчас больше на дзюдо отдал я его, потому что все-таки мне хотелось бы поддержку государственную иметь, потому что тоже немаловажно, семеро их, как ты это можешь заметил. Да. А так, да, у кого есть возможности детей развить, я думаю, что и по образованию, и по спорту, и по, не знаю, там, по каким-то другим видам направления, да, там, ну, можно заниматься детьми тут вполне. Самое главное, опять же, это климат, он Ну, а подходящий. как-то стимулирует государство? Вот твой сын стал чемпионом по боям без правил в Турции. Вот как-то Нет, дает ему какую-то... если бы он пошел именно изначально уже как бы по государственной теме, да, оно как бы идет стимуляция. Почему? Вот дети ездят бесплатно за счет, так скажем, по отелям, по этим, куда они ездят на чемпионат, это все оплачивается. Вот так вот. Да, Да. ну вы видите, что при желании можно фактически всего достигнуть Турции. Вот я думаю, что наше общение с Салаватом будет для многих очень полезно, поверить в свои силы, и вы поймете, что можно тут многие вещи начинать с чистого листа. Я сразу тебе скажу, я не планировал сюда приехать, я не планировал завести семеро детей, у меня не было плана вообще, у меня планы были вообще другие. Ну, вот так уж получилось, так скажем, по воле Всевышнего, все вот так вот закрутилось, и я оказался здесь, ну, и живу здесь, да, и, слава Богу, все нормально. Поэтому, опять же, Вот факт... хотел бы прийти к самому главному совету. Вот ты как раз к этому подошел. Посоветуй что-нибудь моим зрителям и, может быть, себе вот там Смотри, до переезда сюда. это, во-первых, любое путешествие – это маленький авантюризм, маленькое смелое решение. Будь смелее, будьте именно вот не бойтесь что-то потерять, не держитесь за свои огороды. Понятно, вот есть всегда шанс, я предполагаю, вернуться, да, там, но попробовать надо, потому что это решение лично. Если бы я это не делал, я бы деградировал однозначно где-то там, просто сидя в одном месте, даже было бы все в порядке там, да, ну, я не знаю, что бы со мной было. Поэтому мне нужна была именно вот эти смена обстановки, смена городов, смена страны, смена языка, смена, это меня бодрит, понимаешь, Назар, и это меня вот генерирует, это дает мне вот такой вот источник, вот, именно переезд, именно смена обстановки. И я бы посоветовал людям тоже попробовать то, что я ощущаю, то, что да, ты здесь тебе никто не придет, никто не может не поможет, но вот именно то, что ты ходишь по такому, что все открываешь, все сам, да, вот двигаешься, и вот это вот дает толчок. Спасибо большое за то, что Знаешь? уделил И время. значит, да, хотелось бы Да. сказать, что на последний фактор, давай последний, Да, все-таки мы да. обсудим с тобой эти моменты, к чему я пришел сейчас, прихожу, давай, на протяжении Да. многих лет этих, которые Интересно. здесь. Страна интересная, но опять же сейчас вот именно сама ситуация, обстановка, она мне лично говорит, что надо выбирать места для души, и я сторонник все-таки уже прихожу к тому, что это более, должны быть более уединенные места. Это значит, может быть, даже не город, это может быть даже быть пригород, да, потому что с семьей вся система работает то же самое, школа, больницы, магазины, все то же самое, вот везде, что это будет маленькое село, что это будет большой город, система всего вся одна. Поэтому дороги хорошие, если есть там отсюда доехать за 20 минут, к примеру, до Аксу, до Души-Малты, там, до Белека, к примеру, недолго, да, то есть пусть твои друзья, твои зрители, да, твои подписчики, они позже пусть обратят внимание, что можно сюда приехать за небольшие деньги, так скажем, где-то зацепиться здесь и что-то начать уже по, так скажем, по проживанию. По отдыху, естественно, я могу предложить там наш апарт, вообще апарты, где-то более уединенный, более самостоятельный вид отдыха. Он интересен, Назар. Это не то, что вот четыре места там: столовка, шезлонг, бассейн, номер. И вот в этом круговороте человек там 2 недели варится, потом уезжает с килограммами и думает, что со мной было вообще. Поэтому это рекомендация. Не бойтесь. Переезжайте, приезжайте, отдыхайте, будьте смелее в своих решениях. И Назар вам поможет. Он на самом деле красавчик. Я думаю, что Спасибо. он разбирается во многих вещах.
и обращайтесь к нему. Так что мне приятно было с тобой пообщаться, спасибо, дорогой. Да. Давай, все, есть еще какие-то вопросы? Ты ответил на... Конечно, вопросы еще есть. Да, прежде всего, это касается вас, друзья. Поэтому, если есть вопросы, пишите в комментарии к этому видео. Я думаю, что мы еще не раз сможем увидеться с Салаватом и ответить на ваши вопросы. Действительно, буду рад помочь. Вся полезная информация будет в описании к этому видео. И по поводу недвижимости, и по поводу апарт-отелей, в том числе и Салавата. Так что, пожалуйста, обращайтесь, буду рад. Еще жмите на колокольчик, ставьте лайки и делитесь этим видео с своими друзьями, чтобы они получше узнали эту сказочную страну Турцию, которую мы уже полюбили. Спасибо, до встречи. Диндунде, маасалява, гайдо, гиле-гиле. Мы наконец-то встречаем, друзья. Пока. Давайте, пока. Салам алейкум.